Знакомлю вас с новым для меня сортом, знакомлюсь вместе с вами. Сорт раннего срока созревания Дали. Кустики нарастил достаточно хорошие, хотя рассада была не самая сильная. Вот такую ягодку показывает. Интенсивно, ярко окрашенная, с глянцевой поверхностью. Несмотря на то, что маленькие розетки, слабые, выкинул по 3 цветоноса, но на очень ранний срок не тянет. Скорее, я бы сказала, ранне-среднего срока, либо среднего срока созревания. Вот такая ягода, темно окрашенная. Ну, давайте нарвем и попробуем. Посмотрим, как по вкусу. Вот такая ягодка сорта Дали, среднего размера. Давайте понюхаем. Аромат выражен средний. Давайте пробовать, как он по вкусу. Чашелистик снимается чисто, легко. Давайте разрежем. Так, ножик идет со средним усилием. Мякоть чуть светлее. Давайте посмотрим по плотности. Достаточно плотная. Течь не будет. Сорт будет транспортабельный. Я прям сильно сжимаю и не течет. Давайте попробуем. Угу. Мякоть плотная. Не средней плотности, а прям вот такая плотная мякоть. Средней сочности. Хороший баланс кислоты сахара. Сорт довольно-таки вкусный. Вкус клубничный. Какого-то аромата фруктового либо земляничного я не слышу. Вполне приятный и достойный сорт. Буду размножать. Размер, возможно, он пока еще не показал. Потому что это сигналки. Далее.